Ивановский музыкальный театр отправляется на каникулы. 30 мая состоялся большой гала-концерт, который подвел итоговую черту под 79-м театральным сезоном. Минувший год для артистов был насыщен событиями и грустными, и радостными. Творческая группа готовила премьерные спектакли, руководство театра занималось ремонтом. Удалось осуществить все, что было задумано на этот год, и даже немного больше. Мы, во-первых, выиграли в этом сезоне грант Министерства культуры, благодаря которому мы поставили детский новогодний спектакль «Вовка в 3D-царстве». Значит, затем вот буквально в мае этого года, точнее 19 мая, мы приняли участие в третьем всероссийском конкурсе детской сказки, который проходил в городе Кинешма, и также взяли два приза. Для руководства театра 79-й сезон был непростым. В конце 2014 года случилась трагедия. Ушел из жизни народный артист России Владимир Федорович Келин. Пускай молодежь посмотрит это. Пускай посмотрит, как работать надо. Понимаете, вот старые актеры, у меня ни одного больничного листа. Я во время отпуска, я лечусь. А все во время отпуска полечились, берут отгулы. Как и в жизни, в театре ничто не стоит на месте. Грустные и трагические события соседствуют с радостными. Несколько молодых артисток стали мамами и уже скоро выйдут из декрета. Театральные детвора, пока родители гримируются, распеваются, бегают по закулисным коридорам. Надеемся, что выйдет, может быть, не в начале сезона, но выйдет уже к нам на работу в театр Наташа Фураева. Она родила сына, симпатичный мальчишка. Вот. Ну, думаю, что да, нам ее не хватает очень сильно. Ну а уж тех, кто ждет, я называть не буду, потому что это плохая примета. Во время гала-концерта ивановцы увидели фрагменты лучших постановок Муз-театра. Не только новых, но и давно полюбившихся зрителям. Я рада, что я работаю в родном городе для родных людей. Так что приходите в наш театр, любите наш театр. Я думаю, что мы можем многое друг для друга сделать. И я думаю, что наконец-то должно состояться это единение ивановской публики и театров. Следующий сезон для Ивановского музыкального театра будет юбилейным. Подготовка к нему ведется особая. Работа началась уже сейчас. Художественное руководство театра начинает вводить спектакли новых исполнителей. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.